Давайте откроем свои сердца и попросим Духа Святого говорить к нам и освободить нас от всего, что удерживает нас, отхождения с Богом и познания Бога мощным личным образом. Помолимся вместе. Отец Небесный, мы так благодарны, что Ты Господь, Бог всего творения что Ты возлюбил нас и поместил нас сюда не для того, чтобы оставить нас одних, но Ты вмешиваешься в наши жизни. Ты ходишь с нами, и теперь мы можем быть благословением для людей вокруг нас. Господь, мы просим Тебя, чтобы Твой Святой Дух, Дух Истины, господствовал на этом месте. Во имя Иисуса мы просим, чтобы кровь Христа покрыла все это место и сохранила жизнь каждого человека от обольщения, от духовной слепоты. И пусть всякое упрямство будет покорено господству Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, чтобы те люди здесь, которые еще не познали Тебя лично, мы провозглашаем, что сегодня день их спасения, и что в этот день эти люди придут к личным отношениям с тобой. Я прошу, Боже, чтобы ты коснулся наших сердец, наших жизней. Мы посвящаем их тебе и просим, чтобы ты совершал свою глубокую работу в наших сердцах. Отче, открой наши уши, чтобы мы могли услышать Слово Твое, Слово Истины. Во имя Иисуса. Аминь. Название сегодняшней проповеди ⁇ Звезды открывают истину ⁇ Эти слова я взял из Писания. Это 18-й псалом со 2 по 5 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». День дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела Вселенной слова их. Я говорил в прошлый раз, что мы живем в космическом мире, где идет космическая война между Божьей истиной и дьявольским обманом. Об этом говорит Библия во втором послании Коринфянам 4.4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Другими словами, Библия говорит нам, что сатана сеет ложь по всему миру. Иногда она исходит от людей с благими намерениями, но их понимание ослеплено и им сложно принять истину. Много ложных фактов исходит от ученых, которые отвергают возможность сотворения. Они согласились с натуралистическим объяснением происхождения мира. Если мы выгоняем Бога из нашей жизни, то нам остается только найти объяснение Вселенной и нашей жизни в природных процессах. Я молюсь о том, чтобы Бог сверхъестественно открыл наши сердца и разум и убрал слепоту с наших глаз, чтобы, слушая эту проповедь, мы могли познать, что это наш Бог создал науку. Если наука будет честной, то она приведет нас к Нему. Библия говорит, что небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Если мы, верующие, думаем, что мы лучше неверующих в этом вопросе, Библия говорит нам, что и мы можем быть обмануты. Послание к Колосинам говорит об этом. Вторая глава, 8 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией. Поэтому нам нужно рассмотреть, что это за пустые философии, чтобы понять, насколько они пусты в свете того, что Бог называет истиной. И Он говорит, не увлекайтесь философиями и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. То есть, Павел обращается к христианам и предупреждает нас, что если мы не будем познавать Бога, размышлять о Нем, искать Его, то, возможно, мы прелестимся ложью сатаны, и она поработит нас. Приходя в церковь, мы называем религиозный головной убор, поклоняемся, поем «Халилуя», восклицаем Господу. Но выйдя из зала, мы снимаем религиозный головной убор и становимся уязвимы для всех мирских учений, будто бы они и есть истина. И затем мы живем не в соответствии с той истиной, которую Бог нам верил. Я хочу, чтобы вы послушали эти обольщающие голоса. Я покажу вам одно видео, взятая из одной из самых популярных программ, транслируемых в Соединенных Штатах и по всему миру. Я и сам смотрел эти программы по телевидению в далеких 80-х. Ее автор — американский космолог Карл Сейген. «Космос — это все, что было, что есть и что будет», Космос ⁇ это все, что было, что есть и что будет. Наше созерцание этого космоса будоражит нас. У нас словно покалывает в спине, нас манит голос, и нам даже порой кажется, что мы помним, что упали с великой высоты. Мы знаем, что приближаемся к величайшей тайне. Услышали? Наше созерцание космоса будоражит нас. У нас словно покалывает в спине, нас манит голос, и нам даже порой кажется, что мы помним, как упали с великой высоты. Послушайте первое предложение. Космос ⁇ это все, что было, что есть и что будет. Задумайтесь на мгновение, что бы это могло значить. Это значит, что космос вечен, что Бога нет. То, что он сказал, означает, что космос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы ведь слышали уже где-то это выражение, правда? В Писании сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Что этот человек говорит нам о Боге? Что Бога нет что космос всегда был такой, как сейчас, и будет таким вечно, без всякой причины. Послушайте, если бы Карл Сейгин в начале этой серии передач сказал «Бога нет», то реакция людей была бы совсем иной. Они бы сказали «Эй, да кем ты себя возомнил? Как ты смеешь делать такие заявления?» На прошлой неделе я говорил, что только Бог компетентен заявлять о своем атеизме, потому что если ты не знаешь всего, ты не имеешь права говорить, что Бога нет. Поэтому заявить о своем атеизме может разве что Бог. Но он не сказал, что его нет. Так бы его сразу отвергли. Но когда этот Карл Сейгин говорит, что космос — это все, что есть, или что было, или что будет. И тогда, глядя в космос, ты можешь столкнуться с ним. Наше созерцание космоса будоражит нас, у нас словно покалывает в спине, нас манит голос, и нам даже порой кажется, что мы помним, что упали с великой высоты. Мы знаем, что приближаемся к величайшей тайне. Некоторые из вас знают, что мне нравится кататься на лыжах. Мне нравится стоять на горе. На вершине горы меня охватывает трепет. Я сам чувствую эти покалывания. Но стоя на горе, я знаю, что приближаюсь к самой большой тайне в мире, к невообразимому Богу, к непостижимому Богу, к самому великому Богу. Но Карл говорит не об этом. Он говорит, что космос свечен. Мы называем такой язык языком предположений. Это самая опасная форма языка. Это звучит настолько высокопарно, что люди верят в сказанное даже без представления им каких-либо вменяемых фактов. Если вы купились на такое выражение мысли, то вы поверили в само это предположение. Такой подход часто используется в рекламной индустрии. Если вы будете пользоваться одеколоном АБВ, вы станете богатым и популярным. Не в рекламе этот человек сидит за рулем Феррари, и с ним рядом красивая женщина, на нем безупречный костюм. Он даже не говорит, что его успех напрямую зависит от этого одеколона, но люди начинают это предполагать. Если вы купитесь на эту картинку, то подсознательно поверите в это предположение. И в результате вы купитесь на ложь, которая говорит, что Бога нет. Ни я, ни он не может сказать, что это научно доказанный факт, потому что это не так. Это невозможно доказать научным. И хотя он напрямую не говорит, что Бога нет, он просто говорит, что космос вечен. Но если вы не сможете распознать эту ложь, она засосет вас. Еще одно его выражение, какая-то часть нас знает, что космос ⁇ это место. Откуда мы пришли, и мы жаждем вернуться туда. Это религиозное утверждение. Понимаете, мы сделаны из звезд. Хм. Звучит вообще-то очень как себе ничего. Мы путь, по которому космос может познать себя. Это все равно, что сказать, да прибудет с вами сила. И, кстати, это практически является... Пантеизмом сказать, что космос в нас, это сделать красноречивое религиозное заявление. Сказать, что мы принадлежим звездам. Давайте послушаем еще одно утверждение Карла. Какая-то часть нас знает, что это место, откуда мы пришли, и мы жаждем вернуться туда. Это возможно, потому что космос внутри нас. Мы принадлежим звездам. Мы тот путь, как космос, сможет познать себя. Уверяю вас, это ложь. Мы принадлежим Богу, мы сотворены по образу Божьему, но когда Он говорит, что мы принадлежим звездам, то это значит, что больше ничего нет. Но что говорит Библия, 18 Псалом, 2 стих: Небеса проповедуют славу Божию. И о делах рук Его вещает верть. День дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Если вы посмотрите на космос, то Библия говорит, что он указывает на Бога. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их. Павел делает такое же заявление в Новом Завете, только его слова звучат еще сильнее, и он показывает последствия для тех, кто это отвергает. Павел говорит в первой главе послания римлянам с 18 стиха, что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. И как он определяет нечестие и неправду? Он не говорит об убийцах и бандитах. Он говорит о подавляющих истину неправдою, Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимые Его, вечные силы Его, и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответные. Разве говорит Библия, что творение Божие трудно понять и объяснить? Это указывает нам на реальность всемогущего Бога. Нет, Библия говорит, что все это явно для нас. Если мы этого не видим, то потому что выбираем не видеть, предпочитаем не видеть. Поэтому в 13-м псалме, первом стихе, сказано так. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Это было сказано не с целью высмеять кого-то. Это просто констатация факта, если ты говоришь, что Бога нет, то Библия называет себя безумцем, потому что Бог сделал себя явным. Но мы не хотим этого принимать, поэтому мы пускаем дым в глаза. В ходе проповеди вы увидите доказательства. Сэр Исаак Ньютон сделал миниатюрную модель Солнечной системы, Будучи физиком, он сделал ее с невероятной точностью. В центре было Солнце, и вокруг него были различные планеты. Когда его знакомый ученый однажды зашел в его офис и увидел эту реплику, он воскликнул. О, это удивительно! Скажи мне, кто сделал эту модель? Ньютон сказал, да, знаешь, никто? Это его знакомый ученый, который был неверующим. И тот воскликнул, ⁇ Ты что думаешь, я дурак? ⁇ Конечно же, это кто-то создал, и этот кто-то гений. Отложив свою книгу и положив руку на плечо своего друга, Ньютон сказал, ⁇ Эта модель всего лишь точная копия намного более великой системы законы которые мы с тобой знаем я не способен убедить себя но ты сам сказал, что даже эта игрушка не могла возникнуть без замысла и творца но при этом ты веришь, что великая солнечная система во всем ее величии по образцу которой была сделана эта небольшая модель, возникла сама по себе, без замысла и без Творца. Так скажи мне, друг, с помощью какой логики ты пришел к такому умозаключению? Библия говорит, что люди целенаправленно, своевольно подавляют истину, и Библия называет это нечестием. Библия говорит, что у Бога есть все права излить свой гнев на людей, потому что Он сделал явным для них свою вечную силу, свою божественную природу. Все это стало явным и понятным для людей. Факт в том, что за последние полвека ученые больше сделали открытий Вселенной, указывающих на разумный замысел. Я хочу снова вам напомнить, что мы здесь... Не ведем борьбу теизма с атеизмом. Это борьба теизма и натурализма. Теизм ⁇ это вера в то, что есть вечный Бог, который не имеет ни начала, ни конца, который был разумным конструктором всего, что мы видим сегодня. Натурализм верит, что все эти сложные вещи начались с чего-то природного. Как то материя и энергия. У них также нет начала, но они не подразумевают наличие разумного замысла. Все, что мы видим, это случайность, поскольку прошли миллионы лет, и этого времени достаточно, чтобы что-то произошло само по себе. Ну так, волю и случая, и время объясняет вероятность того, что невозможное стало возможным. Поэтому я надеюсь, вы понимаете, что борьба идет между пониманием, что вначале Бог, и Бог сотворил космос, и между натурализмом, который утверждает, что вначале был космос. Спор идет о том, был это вечный Бог, или же это просто материя и энергия, и космос вообще-то вечен. Вот о чем этот спор. Как я уже сказал, сегодняшняя проповедь называется «Звезды открывают истину». Конечно, я хочу показать вам, что Слово Божие есть истина, что небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Я хочу поделиться с вами тремя причинами, не просто причинами, но тремя доказательствами, которые недавно были найдены в ходе развития космологии. Это исследование звезд, которое научно указывает на разумный замысел. В следующей проповеди я покажу вам из биологии, что наука указывает на разумный замысел. А сегодня мы поговорим о космологии. Это не наука о а косметике, а наука о звездах. Она указывает на разумный замысел. Поэтому позвольте представить вам три доказательства. Первое. Звезды показывают, что мы имели могущественное начало. Звезды указывают на то, что мы имели мощное начало, что говорит нам о величии нашего Бога. Наш Бог велик. Ученые-натуралисты верят, что Вселенная безгранична во времени и пространстве. Они верят, что Вселенная вечно существует сама по себе, сама себя создала, сама себя организовывает и автономна перед любой внешней силой. У нее нет ни замысла, ни цели, ни Бога. Вот что такое натурализм. Как я уже сказал, это тоже вера. Это далеко не просто раздел науки. Доктор Ричард Докинс, один из самых известных ученых, в так называемого нового атеизма. Он этнолог, эволюционист-биолог, популяризатор науки, профессор Оксфордского университета. Он написал книгу под названием Бог как иллюзия. И в ней он написал, что эволюционизируя творческие разумы, то есть разум тоже эволюционизировал из ничего. Итак, эволюционизируя творческие разумы, несомненно, прибыли во Вселенную уже позже, и потому не могут быть ответственны за ее конструкцию. Бог в каком-то смысле определяется иллюзией, пагубной иллюзией. В обществе идут споры касательно того, что он решил, что разум — это тоже плод эволюции. А если это так, то разум не вступил в игру на ранней стадии, поэтому это не могло произойти в результате разумного замысла. Вы хоть что-нибудь поняли из этого? Это вкратце его понимание вещей. Он называет Бога иллюзией. У науки другая картина. Они увидели ее где-то в 20-х годах прошлого века. Началось все с человека по имени Эдвин Хаббл. Он был юристом и в то же время астрономом. Не знаю, как можно эти две профессии совместить. Одна дисциплина имеет дело с истиной, другая не совсем. Но это я так шучу о юристах, если вы поняли. Помимо юриспруденции, его заинтересовала наука астрономия. В то время как раз построили огромные телескопы в виде купола. Один из них — обсерватория Паломарь в Маунт-Вилсоне. Это телескоп с пятиметровым куполом. Я хочу, чтобы вы понимали всю значительность этого, потому что когда эти телескопы были изобретены, человек впервые мог заглянуть за пределы галактики. Чтобы вы понимали, мы часть галактики под названием Млечный путь. Но помимо нашей существует еще огромное количество галактик. Это все, что мы знаем. Мы знаем, что есть еще много галактик. Мы можем видеть что-то в пределах нашей Солнечной системы. И вот впервые человек смог заглянуть за пределы нашей галактики. И когда Эдвин Хаббл начал наводить фокус телескопа на огоньки в небе и увидел то, что мы называем звездами, он сделал удивительное открытие. Эти крошечные точки имеют структуры, имеют формы. Некоторые из них имеют форму спирали. О, это было удивительное открытие, потому что когда он наблюдал за ночным небом, он увидел, что в любой точке небосвода, на какое расстояние он бы не наводил телескоп, там находились галактика с галактикой, с миллиардами звезд в каждой из них. Эта Вселенная огромная. Это было его открытием. Но он также открыл, что Вселенная не только огромна, но великим открытием было то, что вся эта Вселенная расширяется. Те из вас, кто изучал физику, вы знаете об эффекте Доплера, согласно которому по частотным волнам вы можете понять, приближаются волны к вам или удаляются от вас. Когда проходит поезд, для нас звук поезда меняется, хотя поезд всегда воспроизводит тот же самый звук. Но со скоростью этот звук для нас меняется. Также обстоит дело и со светом. Со скоростью волны света меняются для человека, воспринимающего этот свет. Есть небольшое видео, рассказывающее об удивительном открытии. Изображение глубокого поля, полученное космическим телескопом Хаббл. Это изображение глубокого поля, полученное космическим телескопом «Хаббл». Вы видите, что повсюду можно видеть Вселенные. Посмотрите, куда указывает стрелка. На следующем слайде мы приблизим квадратик и увидим, что и на этом крошечном кусочке можно видеть огромное количество галактик. Это огромная Вселенная. И когда кто-то смотрит на далекие расстояния во Вселенной, несмотря на то, что это сотни и миллионы световых лет, мы все же с помощью световых волн можем распознать, отдаляется от нас этот объект или приближается. Световая волна оставляет за собой след. И в научном мире нет никаких сомнений по поводу того, что Вселенная расширяется, что означает, звезды удаляются все дальше и дальше. Вся Вселенная разрастается. Что же это значит? Хаббл не был теистом, он не верил в Бога. Но в ходе изучения звезд он открыл, что у Вселенной есть начало. Это отличается от того, что говорил Карл Сейген. За несколько лет до этого Жил еще один человек. Он был очень известным ученым и пришел к тому же выводу. Он был профессором Принстонского университета. Все мы слышали о нем. У него были кучерявые волосы, и он был похож на чудака. Речь о немецком ученом по имени Альберт Эйнштейн. Он был потрясающим, чистой воды математик. Он меня всегда восхищал. Много лет назад я встретил одного немца, который также был математиком. Ну а для начала давайте я приведу вам небольшой пример. Использую для этого надувной шарик. Надеюсь, мне удастся его надуть. Здесь появились звездочки, возможно, вам не видно, но чем больше мы будем растягивать, тем больше увидим новых форм. Но сейчас не об этом. Итак, это Вселенная со всеми звездами и галактиками, и она продолжает расширяться. Что это значит? Если мы вернемся на миллиарды лет назад, то вот какая Вселенная сейчас, а вот какой она была один миллион лет тому назад. Посмотрите. Вот какой два миллиона лет назад. Вот такое она была еще один миллион лет назад, и затем мы возвращаемся во время, когда, согласно ученым, все началось с одной точки, а затем эта точка исчезла. И тогда ученые поняли, что если эта Вселенная, а ее расширение не ставится ни под какие сомнения, то можно сделать вывод, что у Вселенной есть начало. Возвращаясь к математикам, один из них сказал мне в беседе, что величие любого народа напрямую зависит от количества математиков в стране. Думаю, где-то это было проявлением эго. Но в какой-то степени это так. Знаете почему? Потому что чистый математик на листе бумаги может все расписать до мельчайших измерений. Мы можем рассчитать все до 7, 8, 9 и до самых отдаленных измерений. В то время как Хаблу нужно было смотреть в телескоп, чтобы прийти к тому, что Вселенная расширяется. Эйнштейну даже не пришлось этого делать. Он рассматривал гравитацию, открыл теорию относительности. И он говорил о планете, которая по причине закона гравитации вытеснила космос. Вы скажете, что значит «вытеснила космос»? Я не стану притворяться, я тоже в этом ничего не понимаю. Просто хочется звучать как понимающий. Но давайте оставим это гением. И вот он просчитал, изобрел формулу и пришел к выводу, как мы видим в фильмах о профессорах, что у них все листы исписаны формулами, Три пишем в уме, два оставляем интегралы, триста в десятой степени. И он сказал, что вся Вселенная расширяется. Он пришел к тому же выводу, но Эйнштейну не понравилась эта идея. Потому что если это так, и Вселенная действительно расширяется, то все началось с одной крошечной точки. И даже Ричард Хокинг признал, что на определенном этапе даже эта точка исчезает. А если признать, что было начало, тогда нужно задаться вопросом, кто инициировал это начало. Это включает в себя причину существования Вселенной. Если было начало, то кто-то это начало инициировал. То этот кто-то значит... Или что-то не принадлежит этой вселенной. Его это очень обеспокоило. Я не смею насмехаться над ним. Он был гением. Но наступает момент в жизни ученых, когда открытие не соответствует их ожиданиям. И ученый говорит, я не могу этого понять. И тогда он создал константу, число, фактор, который бы сбалансировал эту расширяющую силу. Он вставил константу, формулу Вселенной и мог вздохнуть спокойно. Все, она не расширяется. Эта константа стала как бы противодействующей силой. Иначе вопрос, эта Вселенная, как она может продолжать расти? Ведь это невозможно. И как можно объяснить то, что было начало? Поэтому он приходит к тому, что есть константа, ему сразу стало легче. Однако небеса сделали ответную реплику. Поскольку Эйнштейн начал получать информацию от своего друга Эдвина Хабла о том, что на самом деле Вселенная расширяется, и это уже не на бумаге, это можно увидеть самому. И сохранилась фотография Эйнштейна, когда он направился в обсерваторию Панома, чтобы самому в этом убедиться. И также довольно известна другая фотография, на которой он говорит, теперь я вижу необходимость сначала. Эйнштейн был вынужден признать, что та константа, которую он придумал, была величайшей ошибкой в его научной карьере. Он должен был позволить физике говорить за себя. В чем была проблема? В том, что все мы, включая и ученых, имеем свои собственные философские взгляды о том, что Бога нет — что Вселенная должна быть вечной, и поэтому она не могла иметь начало. Пожалуйста, поймите, я не против науки. Я сам изучаю науку. Мне всегда нравился этот предмет. Когда я готовился к этой серии проповедей, я много чего вспомнил. Снова побывал в шкуре того мальчика-школьника, каким я был тогда. И это здорово. Но я хочу сказать вам, что люди считают, что наука ⁇ это факты, тогда как большая часть науки строится на предположениях. Мы ищем в науке то, что мы ищем, чтобы правдоподобнее звучало то, во что мы верим. И порой мы не объективны. Мы объективны до определенной степени, и затем мы делаем прыжок вверх. Мы подстраиваем эти факты под то, во что мы верим. И Эйнштейн не один такой. Артур Эддингтон был одним из первых физиков, который понял относительность наряду с Альбертом Эйнштейном. Кто бы ни был первым из них, кто предложил понимание относительности, я считаю, что они были гениями оба. Вот что он сказал. С философской точки зрения, сама идея начала в ее настоящем виде мне противна. Я хотел бы найти какую-то правдивую лазейку. Я просто не верю в то, что все начало быть в результате взрыва, расширяющейся вселенной нелепо. Я равнодушен к этой идее. Он хотя бы честно говорит об этом. Он говорит, мне это не нравится, мне это противно, меня совершенно не цепляет идея того, что Вселенная имеет начало. Почему? Мы увидим чуть позже, почему. Слово Божие говорит нам, почему. Это его слова, и в психологии мы называем это отрицанием. Роберт Дик физик в Принстонском университете, сделавший вклад в развитие астрофизики, космологии и других сферах, говорил так. «Бесконечно старая Вселенная освободила бы нас от необходимости понимания происхождения материи в любой определенный отрезок времени в прошлом. Они бы лучше приняли за факт то, что Вселенная существовала всегда, потому что, если это не так, то над ними нависла необходимость выяснить, с чего все берет начало. Они бы не хотели затрагивать этот вопрос. Многие ученые просто не могут принять, что Вселенная имеет начало. Одним из них был Фред Хойл, английский астроном. Он выдвинул альтернативную теорию под названием Теория стационарной Вселенной. Одна теория утверждает, что был определенный момент взрыва. Они назвали это теорией большого взрыва. Кто-то скажет, мы что, продвигаем теорию взрыва? Нет, ни в коем случае. Многие из приверженцев теории взрыва не верят в Бога, но это их предположение. Они непоследовательны. Я не собираюсь умирать за теорию взрыва. По крайней мере, они признали, что было некое начало. Это мог быть Бог, который через этот взрыв дал начало всему, но начало все же имело место. И вот на ученых нависла необходимость объяснить, как же все началось. Что-то должно быть вечным. Ученые верят, что-то должно быть вечным. Об этом все споры. И они скорее примут то, что космос вечен, чем примут факт вечного Бога. Итак, Фреда Хойла это не устраивало, и он выдвинул теорию стационарной Вселенной. Да, сейчас она расширяется, но началась она со стационарного состояния. Она расширяется сейчас и будет расширяться в будущем, и она всегда расширялась, она всегда была безгранична, но она более безграничная сейчас. То есть она расширяется и будет расширяться, потому что расширялась всегда. Кажется, в этом не так уж и много смысла. Но если копнуть поглубже, все началось с расширяющейся Вселенной. И вот ученые начали колебаться между принятием того, что все началось из ничего в результате Большого Взрыва, или же все началось со Вселенной, которая все время продолжает расширяться. В этом вся проблема. Большой взрыв говорит, что вначале было ничего, и потом что-то произошло, кто-то что-то сделал, и произошел взрыв, и вот мы имеем расширяющуюся Вселенную. Теория стационарной Вселенной говорит о том, что не было никакого начала, что Вселенная вечна, и она вечно расширяется. Когда у вас в наличии есть две теории, и вы не уверены, какая из них правильная, знаете, что тогда делают в научном мире? просто ищут доказательства. Вот и все. Как это делают при расследовании преступлений? На что указывают улики? Есть ли доказательства? Что нужно делать? Собрать больше доказательств. И слава богу, это возможно. Был такой украинский ученый, физик-теоретик, космолог Георгий Гамов. Он сказал, послушайте, я в курсе испытаний этих теорий, и теоретически на бумаге это можно решить, но я не уверен, что мы способны сделать это сейчас. Он сказал, если большой взрыв — это истина, то вся материя должна была в какой-то момент сжаться в одну массу и затем взорваться. Если это так, то в результате взрыва должна была образоваться радиация. Не спрашивайте меня, почему, просто поверим экспертам, и тогда космос должен был быть наполнен радиацией, и она наполнила бы всю Вселенную. То есть в любой части Вселенной на поверхности была бы фоновая радиация. И он даже подсчитал количество радиации, которое должна была выделиться. Он подсчитал ее на основании эквивалента температуры. Вся энергия может рассматриваться под различными измерениями. И эквивалент температуры этой фоновой радиации составлял 2,7 градуса выше абсолютного нуля. Кто из вас знает, что значит абсолютный ноль? Некоторые знают, конечно, остальные науку, наверное, не изучали. Вы, наверное, помните, абсолютный ноль это минус 273 градуса Цельсия. Как посчитать абсолютный ноль? Его можно посчитать на фоне разницы температур, когда структура молекулы меняется при разных температурах. Поэтому, когда температура очень высокая, и молекула движется быстро, она превращается в газ и может наполнить все вокруг. Любая материя может быть твердой, жидкой или газообразной. Это легко понять на примере воды. Когда движение замедлилось, то структура молекулы превратилась в жидкость. Она все еще могла свободно двигаться, но уже не так, как газ, она уже проникала во все дыры, как вода, и еще при более медленном движении она стала твердой. В твердой материи молекулы внутри все еще двигаются, но их движения ограничены, форма уже не меняется, разве что если это трансформер. Итак, движение молекул ограничено. Если продолжать понижать температуру, то можно достичь такого состояния, когда молекулы не будут двигаться. Это и есть абсолютный ноль, и в Цельсиях это минус 273 градуса. Поэтому он сказал, что если посчитать, что в расширяющейся Вселенной произошел этот взрыв, то должен быть радиационный шум, уровень которого 2,7 градуса, выше абсолютного нуля. То есть его едва ли слышно, его даже нельзя распознать, настолько он тихий. Поэтому если теория Большого Взрыва правда, то должен быть фоновый радиационный шум. Если правда является теория стационарной Вселенной, то шума нет. В 1965 году двое ученых, которые не были космологами, они были физиками, работали в лаборатории Белл, их звали Роберт Уилсон и Арно Пензиас. Их попросили собрать устройство для сверхчувствительного слушания. И они построили огромное устройство в форме трубы. И когда они это сделали, им удалось услышать этот шум. Они не могли от него избавиться. Они думали, что может это движение птиц или отдаленное движение транспорта, может где-то в 10 километрах от них движется транспорт. Они не могли произвести полную звукоизоляцию. Им нужно было избавиться от этого шума, чтобы услышать то, что они хотели услышать. И когда они не могли избавиться от шума, они вспомнили этого человека, украинского ученого Гамова, связали с ним, и очень скоро им удалось измерить этот шум он был на 2,7 градусов выше абсолютного нуля. И с того момента были еще доказательства того, что теория Большого Взрыва точнее, хотя я не утверждаю, что она истинна. Но она доказывает тот факт, что был первоначальный момент происхождения. Она имеет больше научных обоснований, чем теория стационарной Вселенной. И незадолго до своей смерти Фред Хойл признал свою ошибку. Алан Сэндвич, американский астроном, который был помощником Хабла, помните, Хабла, который смотрел в телескоп, он определил ценные постоянные Хабла. Он сказал, это доказательство того, что может быть описано как нечто сверхъестественное. Невозможно, чтобы это можно было предсказать в рамках реалий физики. Какой мы ее знаем? На конференции он признался, что раньше был атеистом, но сейчас признал существование Бога. Интересно, что Роберт Джастроу, руководитель теоретического отдела НАСА, основатель института Годдарт при НАСА. Послушайте, это ученый, глава НАСА, того самого агентства, которое размещают в космосе различные объекты. Они знают, что такое космос. Так вот он сказал, это чрезвычайно странное развитие. Неожиданное для всех, кроме богословов. Они всегда принимали библейские слова. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это неожиданно, потому что наука была чрезвычайно успешна в том, чтобы проследить причинно-следственные связи во времени в прошлом, до этого момента. Потому что для ученого, который живет верой в силу разума, эта история закончится как страшный сон. Он почитал масштаб этих гор невежеством и скоро дойдет до самой вершины. Дотянувшись до последнего камня у вершины, его встретила кучка богословов, которые сидели там веками и ждали его. То есть они продолжают бороться. Но, знаете, я не говорю, что наука ничего не значит. Они ловко находят причины каких-то явлений, но они не могут вернуться во времени, как бы они этого не хотели. И они отказываются принимать, что это выше сил науки. Но что бы они ни находили, это показывает, что имело место происхождение. То есть они взбираются на эту гору, где богословы им говорят, «А, ну мы же говорили вам». Пензиас, человек, который построил антенну в 1978 году, стал лауреатом Нобелевской премии по физике. Вот что он сказал касательно теории большого взрыва в космологии. Лучшие данные, которыми мы располагаем касательно Большого взрыва, это то, что я мог бы предсказывать просто на основании Пятикнижия Моисея, Псалмов и всей Библии. Он говорит, что в Библии даны точные данные. И когда мы находим какие-то сведения, они лишь подтверждают написанное. Пожалуйста, поймите, я не пытаюсь выставить себя экспертом в науке. Это не так. Но я люблю физику, мне всегда нравился этот предмет в школе. В науке есть три вещи. Во-первых, это гипотеза. Это то, что возможно, но это не доказано. Вы просто собираете информацию. И когда вы собрали достаточно информации, это становится теорией. И когда эта теория постоянно подтверждается в процессе наблюдения, это становится законным, как закон гравитации, к примеру, или закон термодинамики. Это закон, это факт, это неоспорим, но если это теория, то это уже и не гипотеза, где вы просто выдвинули какую-то версию, но на основании теории я делаю предсказания. А потом я должен проверить. Правильно ли то, что я предсказал? Если все совпало, то это подкрепляет мою теорию. Поэтому эта теория подтверждает теорию креационизма, которую отвергают все научные сообщества. Они даже не считают это научной теорией. Но я уверяю вас, креационизм должны преподавать в школах. Устраивать дебаты креационизм или эволюция сейчас этого не происходит. Они говорят, ха-ха, да ведь это религия. А я говорю, ха-ха, атеизм это тоже религия. Потому что это предположение. Но если сопоставить два предсказания и посмотреть, какой из них ближе к реальности, то он говорит, что все наши открытия все больше подтверждают это. На следующей неделе я покажу вам это в биологии с микроскопической точки зрения. Сейчас я показываю вам с макроскопической точки зрения, что все указывает на начало, и что космос не всегда был и не всегда будет. И вот что он говорит. Давайте возьмем библейское мировоззрение за гипотезу, за теорию и определим, правда ли это. Какие научные данные мы ожидаем обнаружить? И Арно говорит, что то, что он нашел. Это именно то, что он ожидал найти на основе библейского мировоззрения. Я обращаюсь к христианам сейчас. Поднимите вашу голову и не робейте перед людьми, говорящими, «Ха, да вы ведь один из тех религиозных фанатиков, которые не любят думать». И вы просто слушаете, что говорит пастор, и что написано в этой книге, и принимаете все на веру. Да, мы принимаем, потому что это откровение. Наш Бог больше, чем все другие знания. Но мы испытываем то, что слышим и находим, что то, что говорится, правда. Библия не научная книга, но то, что в ней говорится, научно доказуемо. Библия написана не в форме научной книги. Поэтому, когда в Библии написано «Солнце встает на востоке», ученые скажут «А, вот и неточность, солнце не встает». Это просто движение Земли вокруг своей оси. Просто мы не говорим в такой манере. Когда утром мы приезжаем на пляж и видим рассвет, мы же не говорим, как прекрасно Земля движется вокруг своей оси. Физика — не единственная дисциплина, вообще-то. Есть еще язык, например, или литература. Вот послушайте Исаия, 40 глава, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает». Небеса проповедуют славу Божию и о правде, и присутствие Его вещает твердь. Да, за это стоит поблагодарить нашего Господа, потому что никто так не велик, как Он один. Итак, Библия говорит в начале: Бог в начале. И, кстати, сейчас ученые, включая даже и Стивена Хокинга, говорят о том, что однажды было время, когда времени вовсе и не было-то. У времени есть отправная точка. А что об этом говорит Библия? Павел не был ученым, но в послании Титу, в первой главе, втором стихе, он пишет, «В надежде вечной жизни, которую обещал Неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. Давайте воздадим Господу славу. Поблагодарим Его. Боже, мы поклоняемся Тебе. Ты великий Бог. Ты так велик. И глядя в космос, ты увидишь то, что хочешь увидеть. Когда я гляжу на звездное небо, я восклицаю. О, как велик Бог. Повернись к соседу и скажи, Бог велик. Аминь. То есть Библия говорит правду. Звезды показывают нам, что у нас есть мощное начало. И мой вывод, Бог велик. И второе доказательство. Итак, во-первых, звезды показывают, что было мощное начало. Во-вторых, мы сбалансированы с точностью. Мы имеем точный баланс. Бог не только велик, Бог — гений. Итак, второе доказательство показывает нам, что вся Вселенная звезд, планет и так далее имеет точный баланс. Это очень убедительное доказательство разумного замысла для всей Вселенной из-за очень точной настройки законов физики и химии. Ученые выяснили, что Вселенная расширяется при очень точной, откалиброванной скорости. Если бы она двигалась немного быстрее, чем движется сейчас, то потерялась бы структура всего, все бы распалось. И также, если бы... Расширение Вселенной шло немного медленнее, то был бы полный крах, все бы исчезло. Поэтому кто-то ведет точный мониторинг происходящего, а иначе был бы небольшой взрыв, а большой треск. Мы чуть позже посмотрим видео. Итак, ученые называют эту настройку космологической константой. Она демонстрирует потрясающую точность. Настройка настолько точная, что может сравниться со стрелкой от дартс, брошенной из открытого космоса в мишень. А размер мишени — одна триллионная триллиона дюйма. Не спрашивайте меня, сколько это. Это превышает все мои представления. Я лишь могу сказать, что размер яблочка не превышает размера одного атома. Правда? Удивительно, друзья мои. Итак, посмотрите сейчас сюда, давайте посмотрим. Мы живем во Вселенной, в которой все абсолютно правильно настроено. Мартин Джей Рис, британский космолог и астрофизик, сказал, ⁇ Возможность существования жизни, как мы ее знаем, зависит от показателей нескольких основных физических констант ⁇ И в некоторой степени они проявляют существенную чувствительность к показателям измерений. Мне нравится английский консерватизм ⁇ существенная чувствительность ⁇ Это наш мир, а это магнит. Здесь четыре магнита с разными отрегулированными магнитными полями. Если я подвешу глобус вот сюда, это нелегко. У меня может не получиться, потому что я немного нервничаю. Уверяю вас, я долго тренировался. Это вам не магическое шоу. Он поддерживается магнитными силами. Но даже здесь мне понадобилось приложить усилия, чтобы поймать нужный момент. Вся Вселенная сбалансирована подобным образом. Если немного потрясти, то нарушится баланс, нарушится настройка. Чуть дальше, чуть ближе, и поля не смогут охватить Землю. Все должно быть точно сбалансировано, и ученые эту точную настройку называют космологической константой. То есть крайне важна точность. Вместо того, чтобы сказать, что важна абсолютная точность, они говорят о существенной чувствительности к числовым показателям. Природа действительно демонстрирует поразительные совпадения. Почувствовали иронию? Увидели предубеждение с их стороны? Им так трудно признать, что то, что они видят, указывает на Творца. Но нет, они называют это просто поразительным совпадением. Мы живем во Вселенной, где все как будто настроено на жизнь человеком. Вселенная по многим критериям настроена на существование жизни. Сейчас уже обнаружены как минимум 35 факторов, подтверждающих космологическую константу. Представьте себе, что вы входите в комнату управления Вселенной. И видите там 35 кнопок. Может, этих факторов гораздо больше, но на сегодня известно только эти 35 факторов. Поверните хоть один из рычагов вверх или вниз, и вся Вселенная исчезнет, просто растворится. Какой можно сделать вывод, если вы войдете в комнату управления и обнаружите все настроенным с такой точностью, какой будет? Ваша естественная реакция. Кто-то ввел данные в этот пульт управления и наблюдает за всем этим. Фред Хойл, он сам по себе не является атеистом. Он сказал так, здравомыслящее толкование этих фактов предлагает наличие сверхразума, который позабавился с физикой, химией и биологией. Работа Вселенной была кем-то настроенным. Интересно, что они часто употребляют это слово «позабавился». Кто-то позабавился, настроил все с точностью, чтобы сделать ученым вызов. И Бог сказал в книге Исаии, 40 главе, 26 стихе, «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит с их счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает. А теперь посмотрим, что говорит Новый Завет. «Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Библия говорит, что все им стоит. И мы обнаруживаем, что это правда, это подтверждают полученные сведения. Что это значит? Это значит, что мы живем во Вселенной, настроенной с особой точностью. Звезды нам показывают, что мы сбалансированы с особой точностью. Мы не только имеем мощное начало, но и точные настройки. Бог не только велик, Бог — гений. Ах, Бог — гений. Он безгранично мудрый Бог. И это ведет меня к третьему доказательству от звезд Открывающих истину, истину существования разумного разума. Третье доказательство. Звезды показывают нам, что мы привилегированные биосфера, и что Бог благой Бог. Каким-то образом, среди всех галактик и звезд появилась планета Земля. И эта планета размещена стратегически, чтобы быть носителем жизни, какой мы знаем ее сегодня. Наш Бог не только великий, Он не только гений, но Он благой Бог, Он создал эту планету для нас, чтобы мы жили, говорили, двигались и существовали. Поэтому Библия говорит, что мы им живем, движемся и существуем. В 1966 году на обложке журнала Таймс стоял вопрос ⁇ Бог мертв ⁇ Я это очень хорошо помню, как вчера. Тогда я еще учился в школе и тотчас искал ответ на этот вопрос. Тогда я прочитал книгу Берта Рассела ⁇ Почему я не христианин ⁇ После прочтения этой книги я много лет не мог так открыто проповедовать, как сейчас. Потому что меня контролировала мысль, что обо мне подумают, что я ставлю из себя сверху умного. Потом я понял, что это всего лишь мои предположения, это ложь дьявола, на которую я купился. Я не хочу унизить чью-то точку зрения, но я хочу говорить с моими людьми, с народом Божиим за который я несу ответственность. Мы должны мыслить, должны учиться, чтобы мы смогли увидеть, что Бог является Творцом всего творения. В этом журнале, вот кстати он на ваших экранах, говорилось о том, что Бог стал устаревшим понятием. Идея статьи в том, что по мере развития науки они не смогли объяснить происхождение Вселенной они не смогли опровергнуть существование Бога, и также по мере развития науки были найдены важные сведения, указывающие на разумный замысел, стоящий за сотворением Вселенной. Наука не может сделать Бога устаревшим фактом. Наука всегда может сказать, мы найдем доказательства. Много лет назад не было никаких данных, они не могли дать внятных объяснений, но сейчас найдены доказательства, указывающие на разумный замысел, то есть получается, что самые убедительные сведения о существовании Бога мы находим как раз в самой науке. Поэтому никому не позволяйте вам говорить, что мы христиане, не научным. Итак, каково же продолжение этой истории? Это был 1966 год. Астроном Карл Сейгин заявил, что для существования жизни необходимы лишь два критерия. А именно, должна быть звезда. Для нас это Солнце. Солнце — это звезда. И на нужном расстоянии должна быть планета, то есть мы. Итак, звезда и планета на правильном расстоянии, тогда будет жизнь. Это два необходимых критерия. Во Вселенной есть планеты восьмой степени. Согласно словарю, это единица и 27 нулей. Количество звезд на планете составляет 1,27 нулей, и поэтому, если во Вселенной количество звезд составляет 1,27 нулей, то должна быть планета в шестой степени количество звезд, на которой 1,21 ноль. И на ней должна быть какая-то форма жизни. Это сильно увлекло ученых, и у них был амбициозный проект, призванный найти инопланетный разум, сокращенно на английском SETI. И тогда начали снимать фильмы про инопланетных существ, они установили слушающие устройства, чтобы распознать звуки инопланетных созданий. Они научились различать случайные звуки от неслучайных и увидели структуру. Шли годы, прошло уже почти 70 лет, а мы слышим лишь оглушающее молчание Вселенной. И за эти годы ученые пришли к тому, что существуют не только эти два необходимых для жизни критерия. Список расширялся до пяти, потом десяти, и, наконец, до сотни. И сегодня ученые полагают, что для существования жизни необходимо как минимум 200 факторов для возможности существования жизни где бы то ни было. Каждый из 200 факторов должен полностью соответствовать, иначе ничего не получится. Уникальность шансов существования жизни во Вселенной потрясает. Но все же мы здесь, мы существуем, существуем и говорим о существовании. Наука показывает, что существование жизни не может быть случайностью. Джон Ленокс говорил, чем больше мы познаем нашу Вселенную, тем более мы можем доверять гипотезе о том, что есть Творец. И это лучшее объяснение того, почему мы здесь. Вы видите, что подход ученых-христиан более научный. Они не говорят, мы докажем существование Бога. Они знают, что это невозможно но он сказал, что все данные указывают на то, что лучшим объяснением на сегодняшний день является наличие разумного замысла Давайте вернемся к тому, с чего начали Римлянам первая глава 18 стих ибо открывается гнев Божий ярость Божия с неба на всякое нечестие и неправду человеков Вы скажете но ну, речь не обо мне. Я не убийца, не сплю с чужой женой, я не бандит. Но посмотрите, как он определяет нечистоту людей, подавляющих истину и правду. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ученые вы или маленький ребенок, ибо невидимое его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответные. Почему Божий гнев открывается на тех, кто подавляет истину? Потому что Бог говорит, что Он видим, как маленькому ребенку, так и самому умному ученому. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество вполне явно для нас. Вы никогда не задавались вопросом, как может шмель лететь со скоростью 800 км в час, как он может тысячу раз в секунду махать крыльями и в мгновение остановиться, чтобы полакомиться нектаром. Ведь это же удивительно. Я совершенно опровергаю всякое понятие эволюции, как рыба вдруг станет летать, если совершенно нарушаются правила аэродинамики? Мы дивимся тому, что видим вокруг. Но все же, почему люди отказываются признать Бога? Павел дает нам ответ на этот вопрос позже в этой же первой главе послания к римлянам. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, и обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Он говорит, что люди не захотели признать Бога, потому что как только они признают Его, они будут подотчетны им придется задаться вопросом, что всемогущий Бог хочет от меня лично? Может, ничего, но спросить-то нужно. Вдруг ты становишься подотчетным, и ты больше сам себе не господин? И люди отказались признать Бога и прославить Его, и они обезумели. Мы читали с вами цитаты многих ученых, которые твердили, «Идея Бога нелепа, мы не можем ее принять. На следующей неделе я немного забегаю вперед, но на следующей неделе мы поговорим о том, что когда ученые изучают эволюцию, им дается инструкция, изучая эволюцию, помните о том, что разумный замысел совершенно исключен. То есть изучайте эволюцию, но помните об этом правиле потому что мы не хотим признавать наличие разумного замысла. И поэтому, вместо того, чтобы признать Создателя, стоящего за всем творением, люди предпочитают поклоняться творению и говорить, «Космос? Он был? Он есть? И будет вечно? Мы лучше будем поклоняться космосу?» И у нас даже покалывает в спине от того величия, которое мы видим в нем. Ведь мы принадлежим звездам. Уж лучше мы будем принадлежать звездам, чем будем Божьими детьми. И поэтому Бог называет это нечестием. Второй закон термодинамики гласит, что энтропия любой изолированной системы всегда возрастает. Что такое энтропия, когда все распадается на части? Это закон такой, это научный закон, а не теория. Этот закон гласит, что все оставленное на самого себя без вмешательства извне погибает. Но вместо того, чтобы признать Бога, который все держит в своих руках, мы выбираем верить, что мы становимся все более сложными и эволюционируем в еще более разумных существ. Это полностью противоречит научному закону. Я надеюсь, что второй закон термодинамики неправда, тогда мне не придется мыть пол каждую неделю. Грязь как-то самоорганизуется и сама запрыгнет в мусор. Тарелки сами будут мыться и сами запрыгивать в посудомоечную машину. Просто оставьте все на своем месте и уйдите из дома на долгое время. Уйдите, но не вмешивайтесь вы в эти процессы. И согласно второму закону термодинамики, все превратится в хаос. Мы выбираем верить, что Вселенная вечна, вместо того, чтобы признать, что Бог вечен. Мы выбираем верить, что Вселенная сама себя образовала при всей нелепости данного высказывания. Лишь бы только не признавать и не прославлять того, кто является единственным, явным научным объяснением, что Бог всякой мудрости сотворил все это, и Он все держит в Своей руке. Порой мы насмехаемся над примитивным идолопоклонством, но наука — это тоже идолопоклонство, если вы не признаете Бога. Я хочу сделать сегодня следующее заявление. Натурализм — это идолопоклонство в его наивысшем проявлении. Поэтому открывается гнев Божий. Неудивительно, что Библия говорит, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Вы знаете, почему человек выбирает отвергнуть Творца? Того, на кого указывает все творение — знаете, почему многие ученые говорят, что нелепо верить в сотворение? Потому что мы хотим сами себе быть Богом, быть хозяевами нашей жизни. Мы думаем, что мы хозяева Вселенной, и что мы неподотчетны великому «я есть» тому, кто был, есть и вновь грядет. Мы не осознаем одной вещи — все творение указывает нам на Бога, у которого вся премудрость и сила. Одного мы не можем понять. Он не просто великий Бог, он не просто гений. Он благой Бог. На это указывает третье доказательство. Бог создал правильную среду. Планета Земля находится именно там, где нужно чтобы мы с вами были теми, кто мы есть, потому что Бог любит нас, и Он хочет защитить нас, чтобы мы смогли наслаждаться живыми, вечными отношениями с Богом. Представьте конец времен, когда мы предстанем перед Богом, и мы узнаем, что нет другой формы жизни во всех триллионах и миллиардах галактик, и что Бог сделал все, дабы поместить землю в единственно правильное место, чтобы мы поняли, что Бог есть, и чтобы Он стал явным для нас. Но мы опровергаем Его, потому что хотим быть сами хозяевами жизни. И у меня не возникнет вопросов, если вдруг завтра ученые откроют еще какую-то форму жизни, и даже другую разумную форму жизни на другой звезде и в другой межгалактической системе, потому что нигде в Библии не говорится, что другой формы жизни не существует, Библия лишь подчеркивает нам, как сильно Бог заинтересован в нас. Как он любит нас, любит Землю. Она рассказывает нам, каким уникальным образом мы любимы им. Поэтому даже если в другой, межгалактической системе, будет найдена иная форма жизни, у меня не будет с этим никаких проблем. Библия говорит об ангелах. Может, ангелы ⁇ это другая форма жизни, другое измерение. Может, существуют галактики, на которых есть то, о чем мы ничего не знаем. Это никак не изменит моего богословия, которое гласит, что Бог ⁇ благ, потому что глядя на нашу Солнечную систему, если мы начнем ее изучать, мы увидим, что это привилегированная биосфера, которую Бог защитил. Если бы Земля и Солнечная система была немного ближе к Солнцу, мы бы сгорели, не было бы никакой жизни. Если бы Солнце было немного дальше от Земли, мы бы замерзли до смерти и не было бы жизни. И также Бог поместил Луну. Знаете, как нам важна Луна? Без нее никак. Она помогает Земле находиться под правильным углом. Я не помню, под каким углом, 20 с чем-то градусов, по-моему. Мы обычно сдаем экзамены и выбрасываем учебник. И благодаря тому, что Земля находится под наклоном, нигде на Земле нет такого места, где зима была бы круглый год или лето круглый год. Поэтому существует четыре времени года, что более приятно для людей. Это сделал Бог. А знаете, насколько важен Юпитер? Он во много раз превышает по размерам Землю. Юпитер — это большущий мусорник Солнечной системы, потому что любой астероид или любая звезда, которые могли бы столкнуться с Землей, притягиваются Юпитером. Гравитационное поле массивного Юпитера настолько велико, что он принимает все звезды. Он накапливает в себе мусор, если бы это было не так, то при столкновении с Землей астероида мы могли бы навсегда попрощаться с нашей планетой. Но Юпитер принимает на себя все это. И он настолько огромен, что ему это не вредит. Это Бог поместил Землю в самое правильное место для нее. Я недавно смотрел видео, которое показывает, что Земля расположена не просто так, чтобы на ней могла существовать жизнь, но ей дано уникальное место во Вселенной. Это удивительно и потрясающе. Но почему? Да потому что Бог любит себя. Он хочет поделиться с нами славой Его силы, Его мудрости. Если бы человечество не согрешило, мы бы давно уже начали совершать межгалактические путешествия. Однако нам приходится разгребать этот хаос и иметь дело с дьявольским обманом. Мы можем отшатнуться от того, что сказано в первой главе римлянам. Гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие, но я уверяю вас, что все это послание повествует о любви Бога к нам. Да, его гнев открывается, и мы безответны, но в третьей главе сказано, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Но Бог явил нам свою любовь, когда мы были еще грешниками. Христос умер за нас. В третьей главе Римлянам сказано, что гнев Божий пал на Иисуса Христа, который стал жертвой умилостивления за наши грехи. То есть гнев Божий должен был быть удовлетворен. И в лице Иисуса Христа Бог пришел на землю и сказал, ⁇ Я как тот Юпитер, я возьму весь ваш мусор, возьму весь удар на себя ⁇ и вы будете защищены. И Библия говорит, что незнавший греха стал грехом за нас, чтобы мы имели праведность Божию. Да, его гнев излился, потому что это праведный гнев, Он святой Бог, и послание римлянам говорит нам, что Он благой Бог. Он не только великий Бог, Он не только гений, но Он благой Бог. И когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. У меня нет возможности убедить вас войти в Царство Божие, сила моя не в убедительных речах. Но я взываю к Духу Святому, чтобы Он произвел то, что не могут сделать мои слова, и чего не достигнуть доводами. Я могу всего лишь показать вам, что верить в Бога, который любит нас и держит все в своей руке, это не значит отвергнуть науку. Все, что я могу, это сдвинуть этот барьер обмана. Я во имя Иисуса верю, что Бог истинно откроет вам эту истину и уберет эту преграду на вашем пути. Бог есть? Вы спросите, какой Он? Я скажу. Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Бог сказал, что Он пришел, дабы умереть за наши грехи, чтобы нам не пришлось умирать за наши грехи, но чтобы мы имели вечную жизнь. В Библии сказано, что уверовавшим в Него Он дал власть быть сынами Божьими, всем уверовавшим в Имя Его. Библия говорит, что все, что нам нужно, это верить. Вся жизнь ⁇ это вера. Научный мир также основан на вере. Когда они говорят о вопросе происхождения Вселенной, они делают шаг веры, говоря, что сотворение невозможно. Это также основано на их вере. Вся жизнь основана на вере. Когда после служения вы отправитесь домой в многоэтажный дом, вы зайдете в лифт, чтобы подняться на 20 этаж, и у вас будет вера, что кабель не оборвется где-то на полпути. Вы скажете, я верю, потому что там висит сертификат качества, мол, лифт проверен. Ага, вы верите бумажке, вы скажете, я верю правительству Сингапура. Они все тщательно проверяют. Когда вы заходите на борт самолета, вы не знаете устройство самолета, как он летает. Но вы заходите в него с вашими детьми. А что, если случится катастрофа? Вы же не заходите в кабину пилота с просьбой, чтобы он предъявил вам свою лицензию? Нет. Ну да, вы же летаете с сингапурскими авиалиниями. А это самые лучшие авиалинии в мире. Они надежны. Я могу довериться им. Ты доверяешь авиалиниям свою жизнь. Ты не видел устройство самолета и не понимаешь, как он может летать. Если вы доверяете бумажке на стене лифта, доверяете авиалиниям, то тем паче доверьтесь Богу, который говорит к вам через Вселенную. Посмотрите на звезды в небе, на горы, на величие творения. И перед вами встает выбор, признать Творца или продолжать жить по-своему. Сейчас мир призывает идти по зову сердца. Я тоже призываю вас прислушаться к вашему сердцу, в которое стучится Дух Святой. Он говорит, я люблю тебя. Я все это усмотрел для тебя. Я в это утро и в санта сити и здесь, в Тач-центре, я даю тебе возможность принять меня лично. Библия говорит, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Ваш разум будет обновлен, и вы начнете жить в Божьей реальности с Его целью. Для этого вам нужно просто верить. Кто-то скажет, пастор Конг, да, я начинаю верить, но я не думаю, что моя вера крепка. У меня для вас есть добрая весть. Библия говорит, что даже вера с горчишное зерно будет достаточной для вашего спасения. То есть не настолько важно, велика ваша вера или мала. Важно лишь то, как велик объект вашей веры, насколько он надежен. Я уверяю вас, Бог всегда верен. Если мы будем честны с собой, то увидим, что наука указывает на него. Сделаете ли вы сегодня этот шаг верым Это не слепая вера, но вам нужно сделать этот шаг веры, потому что иначе вам никак не увидеть Бога. Это как если бы человек хотел прыгнуть с парашютом, но при всей его подготовке, в теории, когда открывается самолет, он смотрит вниз, и его охватывает страх. Однако он понимает, он должен сделать этот шаг веры. И это не слепая вера. Она основана на его понимании, но все же он никогда не познает, что такое прыжок с парашютом, пока не сделает этот шаг. Хотите ли вы сегодня сделать этот шаг веры? Какой бы маленькой ни была ваша вера, не беспокойтесь о той вере, которой у вас нет. Применяйте ту веру, которая у вас есть. Бог верен, и Он придет в вашу жизнь. И на основании того, что Он совершил на кресте, простит вам ваши грехи, и ваша жизнь будет очищена. Он войдет и будет жить с вас, обитать с вами, ходить с вами всю вашу жизнь, пока вы следуете за Ним. Вы скажете, «Пастор, как мне это сделать?» Я не могу сделать это за вас, но я помогу вам и поведу вас в молитве. Может, вы в Санта-Сити или здесь. Эта молитва предназначена для того, чтобы в смирении прийти к Богу. Я буду произносить слова этой молитвы по одной фразе и прошу повторять за мной вслух. Буду делать паузу, чтобы вы могли повторить за мной. Молитесь от сердца. Бог Небес, который поместил звезды по своим местам, который знает ваше сердце ответит на вашу молитву и сегодня у вас будет новое начало жизни я чувствую здесь Божие присутствие чувствую что нет противоречия между духом и интеллектом иногда понимание в разуме ведет к просветлению сердца а просветление в сердце ведет к дальнейшему пониманию в разуме я хочу пригласить вас если вы еще никогда не принимали это решение через мгновение мы начнем молиться и помимо тех из вас кто впервые будут молиться я приглашаю присоединиться к молитве всех христиан, чтобы эти люди могли почувствовать, что они часть Божьей семьи. Склоним головы, закроем глаза. Дух Святой, благодарю Тебя, что Ты говоришь к людям. Благодарю Тебя, Отец, что с глаз многих людей Ты убрал пелену. Молю Тебя, говори к ним, чтобы они могли сделать шаг веры. Оставайтесь с закрытыми глазами. Я поведу вас в молитве. Буду говорить строчку, а вы от всего сердца повторяете слова за мной. Если вы впервые будете молиться, то в этот день вы станете Детем Божиим, и Господь вас никогда не оставит и не покинет. Помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, Ты — великий Бог. Ты — гений. И ты благой Бог. Спасибо, что ты говоришь ко мне. Я открываю сейчас свое сердце. Дорогой Господь Иисус, пожалуйста, войди в мою жизнь. Спасибо, что ты умер за мои грехи, чтобы гнев Божий не был излит на мою жизнь. Спасибо, Иисус. Пожалуйста, прости меня. Очисти мое сердце. Войди в мою жизнь. Сегодня я делаю тебя господином моей жизни. Помоги мне, Господь, верить Тебе, следовать за Тобой, быть послушным Тебе во все дни жизни моей. Спасибо, Господи. Оставайтесь в таком же положении, я знаю, что среди такого множества народа найдется хоть один человек, который молился этой молитвой впервые. И даже если вы один такой, Библия говорит, что ангелы в небесах радуются. Если вы молились сейчас от всего сердца, то я хочу вас поздравить. Вы стали Божьим ребенком. Бог стал вашим отцом. Я хочу благословить вас, хочу увидеть вас. Поэтому буду считать до трех, и на счет три я хочу, чтобы вы подняли свою руку и не опускали где бы вы ни находились, здесь или в Санта-Ксити. Высоко поднимите и держите вашу руку. Этим вы говорите, «Пастор, я впервые пригласил Иисуса в свою жизнь. Помолитесь с молитвой благословения обо мне. Я сделаю это». Итак, я буду сейчас считать до трех. И на счет три поднимите вашу руку. С радостью я помолюсь за вас если вы молились с нами впервые. Итак, один, два, три. Поднимите вашу руку. Видя вашу поднятую руку, я вижу, что вы открыли свое сердце для Иисуса. Также в санта сити Благодарю Тебя, Господь Иисус, за всех тех, кто обратился к Тебе в своем сердце. И во имя Иисуса я провозглашаю, что их грехи прощены, и что они теперь являются детьми Твоими. Отец, мы благодарим Тебя за все, чему Ты учишь нас. Мы благодарим Тебя, что небеса действительно проповедуют славу Твою и звезды вещают о деле рук Твоих. Ты так велик, Бог, Ты гений, но более всего Ты благ. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Давайте все вместе встанем. Я видел несколько рук Amen. в Санта-Ксите. Здесь немного that's рук, that's рук that's я увидел. Но я знаю, что среди такого количества людей обязательно найдется тот, кто впервые молился этой молитвой. И сейчас я хочу попросить всех тех, кто молился, взять свои вещи и выйти вперед. Если вы молились, чтобы принять Христа, может на ячейке или на этих выходных. В течение недели я хочу помолиться о вас, выходите вперед. Если вы привели с собой друга, то не нужно его толкать, но вы можете сказать «я выйду с тобой», чтобы поддержать себя. Просто вдохновите их сделать этот шаг к Богу. Итак, насчет счет три выходите вперед. Я хочу помолиться о вас раз, два, три. Давайте поприветствуем этих людей. Также те, кто сейчас в Санта-Сити, выходите вперед. Слава Богу! Хвала Господу! Мы ждем вас. Выходите, это день спасения. Это ваше время. Выходите. Слава Господу! Я вижу одну женщину в Сантексите. Слава Иисусу! Давайте произнесем благословение. Хорошо, выходите. Мы ждем вас, мы любим вас, Бог любит вас. Вы отдаете свою жизнь Господу, это новое начало. Выходите, давайте их поприветствуем. Послушайте меня, я хочу, чтобы вы знали, что согласно Библии, когда один человек отвечает на Божий призыв, у ангелов в небесах начинается вечеринка. Они приветствуют вас. Поэтому вы и те, кто вышел в санта сити знаете, что Бог любит вас. И если вы приняли Господа, то вы стали младенцем во Христе. Маленькому ребенку нужна семья, чтобы заботиться о нем. Мы — ваша семья, и поэтому вы вышли вперед, чтобы мы могли провозгласить благословение на вас. Затем вы пройдете с одним из пасторов в комнату, где мы сможем взять ваши данные, чтобы мы могли поддерживать с вами связь. Мы поможем вам ходить с Богом, чтобы вы могли и дальше познавать Его. Давайте прострем свои руки и искренне помолимся за них. Скажите во имя Иисуса, мы приветствуем вас в семье Божией, и провозглашаем на вас благословение от Бога. Да благословит Бог вас, ваш дом, вашу семью, вашу учебу, вашу работу и все ваши отношения. Да будет вам в жизни явлена Его верность. Да будете вы ходить с Ним во все дни жизни вашей во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Давайте их поздравим. Благослови вас Бог. Следуйте за пастором. Давайте споем заключительную песню ⁇ Слава Богу! ⁇ Мы выходим из этого зала, зная, что наш Бог великий. Он мудрый, он гений и он благой Бог. Мы выходим в мир не для того, чтобы спорить с людьми, хотя Библия говорит, что Павел многие месяцы показывал истину людям и показывал им причину надеяться. Своими спорами нам никого не привлечь в Царство Божие. Но давая разъяснение, мы сможем сдвинуть некоторые барьеры в умах. И тогда Господь сможет проговорить к ним. Пусть Бог даст вам силы, чтобы вы смогли дать людям причину надеяться с кротостью и трепетом, и чтобы вы были благословением для других. Поднимите ваши руки. «Господь, я прошу Тебя, благослови Твой народ знать Тебя, великого Бога, благого Бога, мудрого Бога. Даруй им чувство уверенности и надежды. Защити от дьявольской лжи. Помоги им распознавать неправильные предположения, стоящие за словами людей, чтобы они смогли приносить людям Твою истину и стали светом и благословением для этого мира. Во имя Иисуса. Аминь.